Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такую вот резиночку с алоха. Для этого нам понадобится, вот у меня в данный момент шелк 33 на 10 сантиметров. Вот такой очкообразный, так сказать, очкообразная вырезка 19 сантиметров длиной, 10 сантиметров где ширина. И резиночка 19-20 сантиметров. С изнаночной стороны прострочили по длине. Здесь мы только ушки прострачиваем. Здесь остается дырочка, и все это дело выворачивается наизнанку. Теперь прошили с лицевой стороны строчку. Далее мы берем, вдеваем в нашу длинную резинку, сшиваем резинку и ткань. И завязываем на месте шва узелком наши ушки. Все готово. Всем пока!